Сегодня в Черкесске на площадке Общественной палаты прошло торжественное вручение мандатов новым членам Общественной наблюдательной комиссии Республики. О работе Гражданского института и о задачах на ближайшую перспективу расскажет Ахмат Халкечев. На первом заседании обновленного состава ОНК присутствовали первый заместитель руководителя администрации главы и правительства республики Ахмат Семенов, а также представители ведомств МВД, Следственного управления и Федеральной службы исполнения наказания. В повестке избрание председателя комиссии, его зама и секретаря, а также утверждение регламента деятельности и кодекса этики комиссии. Председателем обновленной комиссии единогласно избрали Руслана Джанибекова. Ну а потом уже по его предложению собравшиеся поддержали кандидатуру Виктора Страха на пост заместителя председателя, а на должность секретаря комиссии Татьяну Трофименко. Полагаю, что, честно сказать, с высоты прожитых лет, я думаю, что человек с глобальным стажем и, как бы, скажем так, и жизненной оппозиции, поэтому Страх, Виктор Алексеевич. Все 8 новых членов обновленного состава комиссии назначены решением Совета Общественной палаты России. Теперь в нее входят Руслан Джанибеков, Артур Кирбижев, Денис Липов, Геннадий Малютин, Иса Мамчуев, Мурат Муков, Виктор Страх и Татьяна Трофименко. Приятную миссию – вручение мандатов новым членам комиссии по поручению секретариата Общественной палаты России – выполнила Вера Молдаванова. Желаю вам достойно выполнять все возложенные на вас обязанности по защите прав человека в местах принудительного содержания, и в том числе и в создании условий для их нормальной жизни в этих местах и нормальной адаптации в обществе. Общественная наблюдательная комиссия Карачаева-Черкесии будет осуществлять контроль за обеспечением прав человека и надлежащих условий для людей, находящихся в республике в местах принудительного содержания. Напутственные слова новому составу были и от представителей структур, с которыми ОНК по долгу деятельности будет взаимодействовать. Я вижу состав комиссии очень уважаемые люди, все специалисты. В своих областях, в плане, да, очень широкие. То, что на вас возложено, это, с одной стороны, почетная миссия, да, с другой стороны, очень обязывающая. Прежде всего, хотелось бы в вашей деятельности пожелать не потерять то чувство справедливости, честности, порядочности. Ахмат Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.